Приветствую всех, друзья! Всем, как всегда, огромного здоровья, здравия богатырского. Давно не было выпусков «Говорящими руками» на подоконнике. Не было особо, как говорится, повода. Уже воблеров выше крыши. Но тут небольшое, так сказать, событие произошло. Биркинг выпустил как бы новую фирму, подфирму. Непонятно, как это толком объяснить, а адекватного ответа я в группе не получил. Но, как мне было написано в сообщении, которое пришло на AliExpress, это наш новый бренд. Так, с виду-то вроде обычный Realis 100, да? Но там он в новых цветах. И теперь, так, где у нас? Вот такое у нас новое название. Не Birking, а как, я не знаю, как китайское слово можно английскими буквами правильно прочитать. Эйсанья, наверное. Точно не уверен. Вот такой вот воблерок. Повторюсь, новые все расцветки. Качество такое же, как всегда, у Биркинга. Но и чего удивляться, если все это делается на одном заводе. Точно не могу сказать, зачем они это сделали. Возможно, по той причине, что Биркинг немного все-таки что-то начинает в сторону отходить. Там занимается шуруповертами и прочее. А вот, может, нас постепенно переводят на новое название, чтобы мы потихоньку привыкали. То, что Биркинг, понятно. Вот такая вот, как всегда, пришла в посылочке уже многим известная наклейка. Коробку, дизайн переработали немного. Но все равно видно, что он биркинговский. Кто часто заказывает, уже вот этот шрифт прекрасно знает. Как раз она этим же шрифтом было написано Sparrow, по-моему. На цвет вот этот же. Но единственное, что они не переняли пока, почему-то нету это. Наклеек, как в последнее время делал Биркинг с названием модели и с краткими техническими характеристиками. Ну ладно, коробка это не суть. Давайте посмотрим. Воблер, ну, классическое биркинговское исполнение. Что там у нас? Вес, я думаю, он будет в пределах заявленного, как всегда. Так, так, чтобы вам было видно. Что-то у меня перестали подсвечиваться. Они, видать, батарейка, что ли, села. Да не, как-то они подсвечиваются, но... Что там с весом у нас? 16,4. Да, давайте возьмем стандартный биркинговский. Так, чтобы... Ага. 16,5. Ну, один в один. Несмотря на то, что я вот обратил внимание, ну, хотя не один размер, но крючки здесь, вернее, тройники здесь другие. Здесь обычные, стандартные, плоские. А здесь вот уже взяли в последнее время моду вот с этим закругленными внутрь. Самим жалом. Не знаю, дает это что или нет. Я не помню. По-моему, у меня один из первых воблеров вот с такими тройниками. Ну, понятия даже не имею. Не могу ничего сказать в плохую или в хорошую сторону по поводу загиба этого круглого. Но вот колечки мне показалось... Да, колечки поменьше и немного, мне кажется, похуже. Ну, ничего. Все равно со временем, я говорю, после нескольких рыбалок, когда, если тем более попадается нормальная щука, я все это меняю. Обычно на какие-нибудь хорошие тройники. Ну что, в принципе, что еще тут особо рассказывать про этот воблер? Все это стандартная биркинговская продукция. Ссылочку на этот новый магазин оставлю. Там сейчас на один из воблеров скидка. Ну, вернее, один из, по-моему, из каждого представления. Их пока там немного представлено моделей. Но вот по одному из каждой модели вы можете взять со скидкой в $2. Доставка уже на многих, у многих правильных продавцов есть. Не только на всеми нашей любимой почты России, а пятерочкой. Вот в пятерочку, дай бог памяти, ну, дней, наверное, он за 12, за 13 дошел. Это для старых времен даже Почты России раньше когда-то хорошие посылки, так, но не сейчас, с нарушенной всей этой логистикой. Для пятерочки, как это намного удобнее, тем более отслеживание на всем протяжении пути.
Так что, говорю, можно заказывать, не беспокоиться, то, что воблер где-то потеряется. В пятерочке это то 100% уже не потеряется, как в Почте России. Многие вещи в последнее время очень... У меня несколько посылок вообще не доходят. Ладно. Всем, как всегда, удачи. Больших трофеев. Пусть сбудутся все ваши мечты по вашим трофеям. Выбирайтесь почаще на рыбалку, дышите свежим воздухом. Даже вне зависимости от результата, это все равно, как говорится, приносит большую пользу для организма. Засим, как всегда, всем пока-пока. Еще раз крепкого здоровья вам и вашим близким. До свидания.